Все, ребята, выпускаем смерть. Давай, иди-ка, покоси их там. Ну что, смерть, начинай косить. Опа, пошла, понеслась. Они тоже выпустили своего босса, терминатора. Быстрее, нужно бить его. У него очень много ракет. Давай, давай, сфера, стреляем. Ну же, давай, да. Мы уничтожили этого терминатора. Какой же ты терминатор? Эй, вы что, моего босса тоже положили? Вы на канале Call Games, и сегодня мы с вами продолжим испытывать армию от подписчиков в игре Tower Conquest. В прошлом видео я попросил вас написать в комментариях свои армии, своих героев, которыми вы играете. И тот комментарий, который наберет больше всего лайков, я за ту армию и поиграю. И вот у нас получился победитель, это Данила Горячев. Он набрал 9 лайков, кстати, что-то неактивно вы лайкали эти комментарии. Но все же Данила победил, и у него следующая армия. Это башня пришельцев, вот эта вот сфера, потом Джаггернаут, летучая мышь, прыгун и босс смерть. Почему-то он написал только 3 обычных бойцов. Я не знаю, то ли он так играет, то ли он забыл. Но я буду играть так, как он написал. То есть у меня не будет одного героя. И посмотрим, что из этого получится. Ну что ж, давайте отправимся уже в бой. И попробуем пройти здесь этих роботов. Мы будем сражаться с роботами. Погнали. Так, сразу у нас вот такие вот против нас будут бойцы. Кстати, у меня вот этот вот прыгун 19 уровня, он вообще не прокачан, можно сказать, слабенько. Совсем смерть тоже 25 и сфера 22. Ну, не знаю, что будет из этого получаться. Так, роботы, роботы. Кстати, все герои очень требуют много энергии. Я, походу, не успею, если они сейчас кого-то быстро выпустят. Давай, давай, давай. Нет, успеваю, нормально. Все, мне повезло. Мне повезло. Джаггернаут сейчас уничтожит неваляшку эту. По-любому. Да. Так, летучая мышь выпускается. Здесь тоже Карлс какой-то летает у нас. Так, так, так. Все, ребята, это победа. Это победа. Первый уровень уж точно победа у нас. Прыгун, кстати, я за него практически никогда не играл. Сейчас мы его и проверим. Так, уничтожаем эту будку роботов. Металлическую. Давай, давай. Все, вентилятор, давай. Все нормально. И мы идем дальше. Дали нам чуть-чуть деньжат. Хорошо. Второй. И здесь у нас боксер уже будет. Угу. Ну ладно. Боксер так боксер. Погнали. Главное мне успеть выпустить кого-нибудь. Потому что все герои очень много требуют энергии. И вначале, если противник быстро кого-то выпустит своего, то я могу и не успеть. Нет, мне повезло, они выпустили этого Карлсона. Который ракетами стреляет, он моей башне не наносит урон, поэтому не везет. Так, неваляшка пошла. Здесь мы быстро справимся. Так, опа, боксерчик пришел, да? Давай-ка, летучая мышь. Боксер издалека бьет своими перчатками. А мы еще вот такой выстрел сделаем. Башни. Башня смерти. Так. Так. О, босса, давай же, босс. Пошел, смотрите. Смерть с косой. Давай, коси их там всех. Сейчас как замахнется. Опа! Давай, давай. Знаете песню «Косил ясь конюшину»? Вот, это подходит сюда. Так, давай, давай. Все. Отлично. Идем дальше, ребят. Так, третий уровень. Третий, так, кто нас тут ждет? О, пилорамщик с 3 звездами. Потом вот этот вот летающий, я не знаю, Карлсон его назовем. Тоже 3 звезды и неваляшка. Ладно, погнали. Но пилорамщик будет пилить хорошо. С 3 звездами. И у меня, не забывайте, что нет одного героя. Вот такой вот мне команду дали. О, пилорамщика выпустили. А я не успеваю, походу. А я не... Или я... Да, я не успеваю, ну же. Нет, мышь. Ай, какая мышь, ребята, какая мышь. Все, мне... Мне повредили мою башню. Я уже на отлично не сделаю. Поэтому давайте, давайте нажмем выход. Мне все равно это нужно будет переделать. И пока у меня есть немножко деньжат, я возьму и да прокачаю, вот, допустим, прыгуна. Все? Да, и все. Погнали. Так. Нажимаем. Понеслась. Все, нужно очень быстро жать сразу прокачку энергии. Оп. Так.
Так, давай, я должен успеть. Все. Так, вентилятор идет. Опять, наверное, не успею. Ребят, не успею. 250 не успею набрать. Да что ты будешь делать? Тут совсем полсекундочки не хватило. Я не знаю. Ладно, жму опять. Что терять время-то, а? Давайте выход. Короче, ребята, у меня нет одного бойца, а все остальные очень много требуют энергии. Поэтому я решаю, что мне все-таки нужно взять хоть какого-нибудь самого такого, ну, слабого для начала. Давайте вот этого возьмем. Камикадзе. Он стоит 100 энергии. Может, он задержит этого пилорамщика, я не знаю. Ладно, давай, погнали. Так. Я не знаю, затащит ли мой камикадзе. Взорвет ли он сразу? Или не взорвет? Да, взорвал. Все, ребята, все. Больше я камикадзе трогать не буду. Он мне нужен был только для начала, потому что у меня не хватало одного героя, которого мне, кстати, просто не написали. Все, прокачиваемся дальше. Дальше я уже выиграю. По-любому. Так, давай. Летучая мышь там бьет. Неваляшка вышла. Давай, прыгун пошел. Так. Что вы там пилите? Давай-ка выстрелим вам лазером. Все, давай, еще вентилятор запускаем. Летучая мышь. Так. И давай еще прыгун. Но они, смотрите, держатся. Но это ненадолго. Все, уничтожаем. Что там? Что с этим моим прыгуном стало? Вы видали? Он разозлился, начал сетиться. И очень быстро бить. Все, готово. Отлично. Победа. Так, все, ребята, убираю теперь камикадзе. Он мне один раз только понадобился. В самом начале, чтобы сделать на отлично. Потому что мои герои все-таки... очень много энергии требует, и я не успевал их выпускать. Все, давай прокачиваем. Мне было чуть-чуть деньжат. Что там мне еще тут дали? Забираем. Все, отправляемся в бой. Погнали, 4-й уровень. И здесь у нас боксер, щит уже будет. Ну, я думаю, мы справимся. Так, вот роботы своих роботов все делают тут, строят. Сейчас я им тоже устрою тут. Переполох. Так, вышел щит первый. Выпускаем, значит, вентилятором. И выпускаем. Я не знаю, кого выпустить. Пока что качаемся. Мой вентилятор и так не... Ух ты. Но я думаю, он пока что он будет справляться. Летучую мышь, думаю, выпустим. Так. Давай. Так, прыгуна и выстрел. Давай, сфера, уничтожь их. Прыгун мой перепрыгнул и пошел там на разборки. Смотрите. Уже бьет башник. Так, летучая мышь. Давай боксера карту заберем. Изи, ребята, сейчас все будет у нас. Вынос. Так, прыгун еще пошел. Кстати, прыгун, наверное, такой интересный. Давай. Особенно хорошо им бить тех, кто прячется. Допустим, первые идут танки, которые очень прочные. И у них много здоровья. А сзади стоят такие... Легенькие бойцы, и прыгуна хорошо на них пускать. Он перепрыгивает танков и бьет этих легеньких. Помощь, к поддержку. Так, ну все, здесь все. Ускорялку еще возьмем. И все, ребят, готово. Продолжить. И последний уровень. Здесь будет босс-терминатор, ребят. И, конечно же, здесь еще есть молотильщик, пилорамщик с тремя звездами. Ну ладно, я думаю, справимся. У нас, кстати, у меня прыгун с тремя звездами тоже. Погнали. Получается, я практически справляюсь без одного бойца. Погнали. Так. Качаем сразу энергию. Смотрите, какого они робота делают. Светящимися глазами. Какого-то нового босса себе строит. Так, вышел пилорамщик, мы его уничтожим вентилятором. Роботы против роботов получаются сейчас. Так, выпускаем летучую мышь. Щитовик идет. Давайте докачаем до босса и просто их покосим здесь всех. Давай-ка выпустим еще сферу. Ой, что-то я уже перекачался даже. Ладно, ждем босса уже, ребят. Давай.
Все, ребята, выпускаем смерть. Давай, иди-ка, покоси их там, этих роботов. Так. Так. Это будет легкая победа. Ну что, смерть, начинай косить. Опа, пошла, понеслась. Они тоже выпустили своего босса, терминатора. Быстрее, нужно бить его. У него очень много ракет. Давай, давай, сфера, стреляем. Ну же, давай, да. Мы уничтожили этого терминатора. Какой же ты терминатор? Эй, вы что, моего босса тоже положили? Давай-ка, давай. Ничего себе. Ладно, они не сдаются просто так. Они не сдаются, у меня есть 1 минута победить их. Давай, перепрыгнул прыгун. Ты настоящий прыгун. Давай, бей, бей, бей их. Летучая мышь ему помогает. Пилорамщик попилил моего прыгуна вообще налегке. Так, так, стреляем всех. Смерч. Давай, давай, давай. Сносим всех. Щит улетел. Опять вызываем босса. Так, 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 ребята, 40 секунд. Я не знаю, успею или я. Должен как-то успевать. Давай, босс, иди, иди, пожалуйста, быстрее. Я, вот мне не хватает реально сейчас одного героя, которого у меня нету. Давай, давай, 27 секунд. Да, успеваете, успеваете. Надеюсь, вы успеете. Да, ребята, фух, успели. Да, это победа и победа на отлично. Продолжить. Сундучок, конечно же, открываем. Так, что мне дадут здесь? Боксера, ага. Печку. Отлично. И у нас здесь опять следующая арена. Будем с японцами каким-то, да? Японская какая-то арена. Все, идем мы назад. Вот моя такая команда. Команда от вас, от подписчиков. Правда, без одного героя было в конце сложновато. Но все-таки я справился. Поэтому можно считать, что команда неплохая. Тем более, если добавить еще кого-нибудь к ним. Ну что ж, ребят, на этом мы на сегодня с вами закончим. Пишите в комментариях опять ваши команды и не забывайте лайкать комментарии с командами. И еще, пишите свои, то есть команды, чтобы были у меня такие воины. Смотрите, я вам сейчас покажу, что у меня есть из армии. Вот, из подданных, кстати, ну-ка, это кто у нас? Баллиста, давай-ка его развить, попробуем. О, покруче стал. Хорошо, вот такие у меня здесь есть. Посмотрите. Так, вот можно скоро открыть будет, да? Жрица. Потом из нежити вот такие у меня есть. Так, потом роботы вот такие. Нефритовая империя вот такая у меня. И пришельцы вот такие. Если что, ставьте на паузу, смотрите, какие у меня есть бойцы. И пишите... Пишите мне к своей команде, чтобы у меня были эти бойцы тоже. Потому что я не смогу, конечно же, создать потом. Все, ребят, на этом все. Спасибо вам за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. И до новых встреч. Всем удачи и пока-пока.